Меня зовут Саида Мухаметянова, мне 13 лет. Я веселая, общительная, дружелюбная. Зачем ты приклеила косы? Я их не приклеиваю. Это твои? Это мои. Сама заплетать косы я только учусь. В основном заплетает мне мама. У нее это лучше получается. И ресницы твои? Ресницы тоже мои. Обалдеть. Почему кому-то все, а кому-то ничего? Если ко мне никто не повернется, я сказала себе, что не буду плакать, но зная мой характер, это вряд ли получится. У меня мечта такая, чтобы у меня были здоровы мои родители и чтобы у нас в мире было спокойно. Привет, Саида. У тебя такое красивое имя. Ты такая сама красавица. Скажи мне, правда, что красивые девочки не волнуются? Ну, как сказать, волнуются иногда. Слушай, ну с такими косами у тебя точно должно все получиться. Ты веришь в себя? Да. И правильно делаешь. Я в тебе тоже уверена. Спасибо. Удачи. Давай. Здравствуйте, прекрасные человечище. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Саида Мухаметзянова, мне 13 лет, я из города Казань. Вы знаете, я слышал, конечно, эту ладовую музыку, и живя в Татарстане какое-то время, достаточно долгое, я понимаю примерно, представляю, про чью душу сейчас идет речь, но я не мог себе отказать вот в удовольствии посмотреть, как это происходит, как это делает вот действительно ребенок, которому не так много лет. Сколько тебе лет? 13. 13. Не так много лет, и
для меня это было просто действительно шоу, правда. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну, я, во-первых, хочу тебе сказать огромное спасибо, потому что если кто-то вдруг, хотя я затрудняюсь, конечно, наверняка, кто все поняли, насколько это технически вообще сложно было, то, абсолютно, что сделал этот маленький детеныш, да, вокально это было очень сложно. И у меня вообще, короче, слов нету, я в восхищении абсолютно. Пойдем ко мне. Я уважаю каждого из вас, и я выбираю Пелагею! Я так рада! Ты такая молодец! Спасибо! А у тебя... Это я вас обнимаю! Давай еще раз тогда. Мы с тобой еще наобнимаемся за это время. А ты поешь? У тебя родители поют народную музыку? Моя бабушка очень хорошо поет по-татарски. Твоя бабушка поет. И ты вот занимаешься прямо этнической музыкой, любишь такую музыку. Да, еще я занимаюсь классической музыкой. Да ты что? Да. Ну, очень интересно мне, очень интересно. Ты большая, молодец, умница. Поздравляю тебя. Спасибо большое. Умница. Умница, умница, красавица. Это было шоу. Я почему-то думал, что это какое-то тувинское пение. Ну, это было похоже на якутскую еще историю немножечко, да? Северная, северная тема. Как это соединить в тройке-то теперь? Я не знаю, что ты будешь там соединять. Не, ну это невозможно было не повернуться на это. Молодец, умничка. Сначала, да, вот с этой малознакомой тебе женщиной, да. Умничка. А потом со своим любимцем. Я тебе хочу сказать, что если в моем классе были такие, как... Ты моя хорошая. Не плачь. Если бы в моем классе когда-то были такие красивые девочки, может быть, я вырос бы другим человеком, не таким озлобленным и завистливым, да? Спасибо тебе, ты очень хорошо смотрелась, и я крайне рад сказать тебе, что мы счастливы, что ты с нами. Спасибо. Давай.